Всем привет! С вами Татьяна Правда и вся команда Грациан. Давно мы не показывали вам что-нибудь новое, интересное и полезное в дрессировке. Сегодня мы покажем, как мы работаем с нашими собаками на возврате с апортом, для того, чтобы апортировка выглядела весело и быстро. Посмотрите, как это делают наши собаки. Эй, да!